Привет, это Таня Пристанца. Я даже специально так ярко сегодня оделась и ввожу экспериментальные выпуски на канал. Привет, Рустам. Сегодня со мной Рустам Булгаков. Привет. В народе еще известный как мистер Шпагателло. Но сегодня мы будем не тянуться, а выполним специальный комплекс подкачки ягодиц, правильно? Да, для самой вкусной булочки. Для самой вкусной булочки. Почему экспериментальный комплекс? Потому что мы не будем долго говорить, а будем выполнять полный круг каждого упражнения. Да, в режиме реального времени. В режиме реального времени. Ну что, погнали? Да, погнали. Угу. В позу стола встаем. Это кисти под плечами, ноги, ширина таза, 90 градусов здесь. Мы будем работать сначала одной ногой, потом другой. Сейчас объясню. Мы сначала будем работать левой ногой. Мы поднимаем ее в потолок, стопа флекс, пяткой в потолок. Выдох, вдох и опускаем. Стараемся мышцы живота собирать, чтобы не работать поясница. Ладно? Мы будем чувствовать ягодичную и заднюю поверхность бедра. 20 раз так. После этого носок point и 20 раз так. До конца не опускать, да? До конца не опускаем, да. Но мы и не пружиним здесь, но все равно движение есть. Окей? Хорошо. Давай, 20-20. Время туда... засекаем сколько? Нет, будем 20 счетов, 20 раз делать. 20 счетов. Поехали. И пошли. 25-й. Раз. На выдохе. 2. Наверх. 3. 4. Мышцы живота собраны. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, стопа, 15, 16, выдох наверх, 17, 18, 19, 20, носком в потолок, ага, колено в пол, и пошли, раз, не разворачивай, 2, выдох, 3, 4 в потолок, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отдых. Можем уйти в позу ребенка. Таня, почувствовала? Да, почувствовала. И выходим в позу стола, чтобы повторить все то же самое на другую ногу. 25-й пошли. И раз. Колено в пол. 3. Выдох. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, поясницу не чувствуем, 12, мышцы живота собрать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, носком в потолок, и раз, мышцы живота, 2, дышим, наверх, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Есть? 19, тепло, девица. 20. Окей, в позу ребенка. И мы еще не закончили. Голову налево-направо, потому что шея может зажиматься. Мы, кстати, дышим. Я забыл сказать. Вдох через нос, выдох через рот. Дорогие друзья, у меня для вас отличная новость. В этом году, в 2022, в Сочи, в июле, состоится летний балетный интенсив от команды педагогов и выпускников Пермского балетного училища. Будет отдельная группа для детей, учеников профессиональных учебных заведений, и группа для взрослых, кто любит и занимается балетом для себя. С этой командой я была на интенсиве в 2019 году, и скажу честно, лучшего отдыха в моей жизни пока не было. Это было идеальное сочетание танца, балета, классики и других видов и отдыха. Программа была примерно такой. В первой половине дня, пока жара, с самого раннего утра мы начинали заниматься, полдня мы занимались с небольшими перерывами, а после мы ехали дружной командой на пляж и вечером проводили свободное время, как хотели. Все вопросы пишите по ссылке в описании под этим видео в топ-линк, а также можете писать мне в Telegram. После этого выходим в позу стола снова. И теперь мы вытягиваем левую ногу, к левой ноге возвращаемся, ставим на косточку внутреннюю стопу, тянем. Мы будем рисовать треугольник. Вот здесь пиковая точка, колен нажимай. Это выдох, вдох ставится сюда за внешнюю сторону ноги. И мы стараемся амплитуду соблюдать, но при этом не ощущать мышцы спины. Угу. Пошли. 30 раз, если мало, то 40. Угу. Подготовлен, делает 40. Пошли. И раз, выдох наверх, 2, 3, 4, все правильно, мышцы живота, 5,
6, 7, колено прямое, 8, стопу тянем, 9, 10, 11, 12, 13, 14, раз 15, 15. Опять сразу, раз, два, три, 4, 5, с внешней, 6, 7, 8, 9, 10, колено выпрямляй, 11, 12, каждый раз ставим, 13, 14, 15. Укладываемся, голову налево-направо. И теперь мы повторим все то же самое на правую ногу, батман. И выдох, опускаем, да, каждый раз касаемся пола. 3, колено прямое, 4, особенно в пиковой точке, 5, выдох, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Раз, два, три, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отдых. Почему-то противоположное сразу тоже забивает. Да, да. Они с обеих сторон, если болят мышцы, ничего страшного. Где-то послабее, где-то по накачке. Ложимся, продолжаем, да? Ложимся на бок. Теперь мы на руку вот так легли. Рука здесь специально для стабилизации. Сейчас я Таню положу, и потом мы продолжим. Мышцы живота собраны. Плечо опускаем вниз. Главное, мышцы живота для того, чтобы не было прогибов поясницы, потому что может нагружаться мышцы поясницы. Мы поднимаем ногу, это согнуто, эту поднимаем, стопа point от себя, и мы колено смотрит вперед, и мы будем, нет, выпрямляй, и мы будем делать вот такие вот ронды, 30 секунд. Окей, сейчас я поставлю таймер. Ногу поднимаем, стопу от себя, колено дожимаем, и пошли назад через верх. Дышим. Вдох через нос, выдох через рот. Колено в потолок не разворачиваем. Стопу еще тянем. Дышим. Вдох через нос, выдох через рот. Низко ногу не опускаем. Держим на весу все-таки. Где-то под 45 градусов. Еще 5 секунд. Осталось минут 10. 5 секунд осталось. И в другую сторону. Пошли. Сразу 30 секунд. Да, сразу 30 секунд. Тепло, Таня? Да. Отлично, я рад. Еще. И еще дотягиваем ногу. Это внешняя поверхность бедра уходит в ягодичную, очень полезно делать. Еще 15 секунд осталось. Полезно, но малоприятно. Да, да. Ну, можно так в выходной день лечь. На диване. На диване и делать, да. Упражнение для ленивых. Теперь стопа на себя, колено к локтю и выдох выпрямить. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, еще 20 секунд. Вдох, выдох, я буду смотреть, ага, выдох, еще выдох. У меня ощущается попа левая, правда? Ага. Выдох, верхняя, выдох, еще выдох, стопа флекс. Выдох. И мы, значит, выпрямили ее. Стопа от себя и пошли. Давай, догораем, догораем. Сколько еще? Еще минута, и все. Мы на другую сторону сделаем. Минута. Минутка. Чуть-чуть. Еще 20 секунд. Дышим. Вдох через нос, выдох через рот. Это очень больно. Опускаем чуть-чуть, потрясем и продолжим. Но мы крепкие орешки, мы все сделаем. Еще пока не крепкие видео. Главное, в искусстве главное не показывать виду. Поэтому я улыбаюсь. Очень больно. И все, последние 30 секунд вперед, ронды. Еще все нормально. Колено дожимаем, стопу тянем. Уже 22 секунды. Еще 20 секунд. Все нормально, дышим. Истерика тут сзади у меня. Еще дышим, все в порядке, да, 10 секунд. Еще 9, дышим, 8, нельзя, 7, 5, 4, да, 3, 2,
Одна. Отдых. Можно чуть-чуть потрогать. Она будет горячая, может быть. Мы потом растянем же немножко, да? Да, потом растянем. И перекладываемся на другой бок. Да. И будем делать все то же самое на другую ногу. А нижняя согнута. И вообще, по-хорошему, колено с коленом здесь встречается. Ногу ни сюда не уводите, ни туда сильно. Колено с коленом на одной линии. Поднимаем ногу. И пошли крутить от себя наверх. Выдох. Колено смотрит вперед. Дышим. Вдох через нос, выдох через рот. Такое будет чувство онемения. Вы почувствуете те мышцы, у которых вы не знали о их существовании, но ничего страшного. Все когда-то бывает в первый раз. Дышим. Еще. Низко, главное, не опускать, иначе не будет ощущаться. В другую сторону. Ой. Вторая сторона всегда сложнее. Поэтому, то что другая уже сторона у нас поработала. Еще, да. Дышим. Крутим. Без истерики. Медленно. Вдох через нос, выдох через рот. Крутим. Иконожные, кстати, мышцы могут включаться. Если вы чувствуете иконожные, а внешняя поверхность бедра не чувствуете, ничего страшного, дойдет. Выше поднимаете ногу, колено дожимаете. И теперь стопа флекс. Вдох. Вперед она идет. Выдох. Туда вытягиваем. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще. Выдох. Вдох. Выдох, выдох, еще, выдох, 5 секунд, Таня. Я пока нормально, сейчас дальше будет жесть. Да, и выпрямляй ногу, и теперь стопа, пошли, крутим, крутим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще. Я отвернусь. Очень полезно, надо думать о том, что это полезно. Одна моя ученица говорит, что боль – это инструмент для достижения красоты. Так что... Это российский менталитет. Еще. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. В другую сторону. Финальные 30 секунд. И вы представляете, вот мы на боку мы делаем 2,5 минуты. 2,5 – другой бок. Вот у вас 5 минут времени. Так что у вас нету теперь оправданий не... Не делать. Да, не делать, да. Еще дышим. 10 секунд. Повыше нужно даже поднять. О, у меня здесь, я трогаю рукой, и у меня как будто она горячая. А это вообще, как будто у меня сейчас оторвется что-то. Вот. Аккуратно опускаем. Можно потрясти. Растягивать. Да, и пошли растянем. Будем делать позу голубя. Это упражнение из йоги, очень эффективное. Оно, кстати, направлено на расщемление седалищного нерва. Если у вас тянет поясницу, или вы чувствуете мизинец, онемевшую икру, ягодичную мышцу, как-то по-особенному делайте это упражнение, у вас оно будет проходить. Здесь угол 45, либо мы увеличиваем больше. Мы не на одной, сначала на одной ноге сидим, а потом мы заваливаемся на вторую. Нам должно тянуть вот здесь вот. Мы укладываемся вниз полностью. Поза голубя делается следующим образом. Лоб на пол, и мы вот так руки разводим в крест. Если лбу некомфортно, такое возможно, ладонь на ладонь, лоб на ладонь. И мы пребываем в этом положении 1,5 минутки. Сейчас ставлю. И дышим. Главное не лежать на одной ноге, заваливаться на две. И чувствовать ягодичную. Если не чувствуете, чувствуете, допустим, внутреннюю. Попробуйте поработать задней ногой. И если вам вообще ничего не тянет, увеличьте, вот так на бок завалитесь, увеличьте градус немножко. Главное, чтобы колено не ощущалось. И с увеличенным градусом мы ложимся, и тогда уж точно будем чувствовать. Поза голубя. Так. Дышим. Пока приятно так тянет. Тянет, да. Если недостаточно тянет, может быть такое, мы увеличиваем градус в голени. Угу. Угу. Да, ой, выворотность отличная. Еще туда, вот туда. Еще осталось 30 секунд у нас.
20 секунд. Здесь меняется кровообращение в передней ноге, так что если может начать неметь стопа или как-то неприятно ощущаться, вы можете выйти, потрясти ногой и снова войти в это положение. Абсолютно нормально, потому что кровообращение чуть здесь может пережиматься. 2, 1 секунда, выходим и меняем ногу. Завтра посмотрим, как будет. Да. Пошли, укладываемся. И лежим здесь. Хорошо тянет? Ну вот здесь как-то поменьше, посильнее. Да, увеличь градус и... Мне кажется, это сильно, чуть-чуть поменьше, не надо? Не, нормально. Ну, здесь хорошая, да. И еще на левое бедро сюда давай. Вот так. Тянет. Угу. Это упражнение входит в суставы ноя. Очень полезное. Еще половина, еще 40 секунд осталось. А сколько можно этот комплекс использовать? Через какое время организм? Через день будет хорошо делать. Если мы еще добавляем растяжку, можно вообще каждый день. Если у нас есть какая-то цель, там, за месяц сделать попу мечты. Нет, а если привыкание не будет за месяц? Привыкание будет, можно увеличивать по времени. Чуть-чуть. Количество. Да, количество по времени. Если вы привыкнете, вам станет легко? Да. Можно выше ноги поднимать. Или грузики надевать. Или грузики, да, кстати. Для особо терпеливых. 5 секунд. Аккуратно выходим. Мы потянули ягодичные мышцы, вообще их закачали, потом потянули, так что... Делали идеально. Да, комплекс готов, ребята. Друзья, я хочу напомнить, что я запустила онлайн-магазин «Ты плюс танцы шоп». Там собраны вещи, спортивный инвентарь, тренажеры и, в общем, все самое лучшее, что можно собрать для танцоров. Пользуйтесь, пишите вообще, понравился ли вам сам комплекс, что вы почувствовали, легко ли вам дался он, мне не очень отрывался. И так вообще пишите вопросы и комментарии по поводу такого выпуска, делать ли еще в таком формате, именно в формате занятий, если делать с Рустамом, то какую тему брать, пресс, например, качать, что еще можно, руки качать, что-то еще качать. Да, косые мышцы, например. Косые мышцы, да, спину, пишите. Спину. Мы посмотрим, каких больше всего запросов, если вообще понравился такой формат заниматься в реальном времени. И с ним обязательно с Рустамом подписывайтесь, познакомьтесь с ним поближе, новое лицо на канале, будете знать, чтобы он тоже стал вам уже хорошим знакомым. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, будем дальше экспериментировать.